Очень важная тема – это благодарность роду, которую мы должны с вами все в себе развивать. Благодарность роду – это на самом деле что-то естественное. Иногда люди думают, что благодарность нужно интеллектуальным образом, знаете, такой интеллектуальным усилием выдавить из себя и, значит, что-то сформулировать. Но благодарность – это эмоция. Это не интеллектуальное послание, это эмоция. Я чувствую. И чтобы чувствовать благодарность, настоящую, искреннюю, естественную, я должен просто оценить тот вклад, тот труд, который сделали мои старшие. Мама с папой меня родили, они меня сопровождали, мама вынашивала, они меня потом воспитывали, вносили. Конечно, у меня может быть к ним претензия, я могу думать, мне не додали этого, папа должен был быть другим, мама вот то-то, то-то, то-то. То есть мы контролируем своих родителей, мы не позволяем им проживать свою судьбу. И когда я не позволяю родителям быть такими, какие они случились, какие они в нашей жизни были, у меня благодарности нет к ним, у меня есть к ним претензия. Один из важнейших факторов – это сказать собственным родителям: «Мама, папа, какие вы пришли в мою жизнь, я за это вас благодарю. Спасибо, что вы такие, какие есть». Конечно, мне хотелось бы чего-то большего, я же умный, да? Я же знающий, я же начитался, наслушался, я хочу вас подвести к какому-то стандарту, но нет. Такие, какие вы есть, вы дар Божий для меня. Потому что те родители, которые к нам пришли в нашу жизнь, мама с папой, это представители нашей судьбы, представители Божьей воли. И если мы говорим, нам дали неправильных родителей с неправильной какой-то настройкой, мы тем самым не соглашаемся с собственной судьбой. Благодарности нет, есть борьба в этом случае. То есть я буду бороться, я буду что-то доказывать, сражаться, обижаться, прощать родителей буду. Целая песня там всяких разных историй. Но наша задача понять, что та судьба, которая у нас была с детства, наша родовая система, это пространство для роста нашей души. И если мы это принимаем, если мы это слышим, чувствуем, видим и говорим спасибо за это, пользуемся благами, которые нам род дал, тогда мы можем расти. В претензии благодарности нет. Поэтому давайте примем наших родителей с любовью, со способностью оценить то, что, тот вклад, который они сделали. И возьмем этот дар и пойдем дальше. И будем счастливы.